Как ЮНЕСКО вносит вклад в общество, поддерживая науки о Земле? С 1972 года ЮНЕСКО, благодаря своей уникальной компетенции в области наук о Земле, вносит вклад в построение мира и устойчивое развитие в государствах-членах. ЮНЕСКО – это организация ООН в области образования, науки и культуры. Науки о Земле представляют нам бесценные знания о планете, ее системе и 4,6 миллиардах лет истории. Эти знания необходимы для ответа на современные вызовы человечества. ЮНЕСКО – единственная организация ООН, уполномоченная поддерживать исследования и потенциал в науках о Земле. А международную программу по геонаукам и геопаркам поддерживают все 193 государства-члены ЮНЕСКО. Помогая создавать устойчивые общества, решающие современные проблемы в области наук о Земле. С самого начала было принято, что ЮНЕСКО должна укреплять мир между странами, защищать права человека и повышать уровень жизни. Мы продвигаем видение мира во всем мире. И этот мир не может существовать без образования, культуры и науки. Мы уделяем особое внимание 10 основным вопросам, которые помогают поддерживать наш мандат. Эти вопросы следующие. Образование. Мы разрабатываем и проводим мероприятия для всех возрастных групп по распространению знаний о геологическом наследии, о его связи с другими аспектами природного, культурного и нематериального наследия. Природные ресурсы. Мы поддерживаем рациональное использование наших природных ресурсов, независимо от того, где они добываются, одновременно поощряя уважение к окружающей среде и целостности ландшафта. Устойчивое развитие. Мы способствуем устойчивому развитию людей в жизни на нашей драгоценной планете. Культура. Мы исследуем и приветствуем связи между людьми в наших сообществах с их обычаями и развивающейся сложной природой нашей Земли. Женщины. ЮНЕСКО уделяет большое внимание расширению прав и обязанностей женщин посредством научных исследований и образовательных программ или путем развития женских кооперативов. Знание местного населения и коренных народов. ЮНЕСКО активно привлекает местные коренные общины, соблюдая и сохраняя их культуру и помогая им развивать свою жизненную практику в современном мире. Изменение климата. Мы храним записи об изменениях климата в прошлом, просвещаем о текущих изменениях, применяем современный подход к использованию возобновляемых источников энергии, используя передовые стандарты зеленого туризма. Опасные геологические явления. Мы повышаем осведомленность о геологических опасностях, таких как вулканы, землетрясения и цунами. Геоконсервация. Геологическое наследие Земли, а также признание необходимости его защиты. Наука. Мы сотрудничаем с научными учреждениями с целью улучшения наших знаний о планете и процессах на ней. Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – единственное агентство ООН, имеющее глобальную сеть органов, известных как Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО. В настоящее время в мире действует 199 таких комиссий. Эта сеть играет важную роль в поддержке связи с партнерами, координации деятельности, содействия наукам о Земле, а также в повышении осведомленности ЮНЕСКО на уровне страны. Международная программа ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам. Международная программа по геонаукам – это центр знаний ЮНЕСКО, содействующий международному научному сотрудничеству в области наук о Земле. Геопарки ЮНЕСКО являются частью международной программы. Это районы геологического наследия международного значения, в которых сохранение природы сочетается с устойчивым развитием. ЮНЕСКО – это единственная организация ООН, уполномоченная поддерживать исследования и потенциал в области наук о Земле. Международную программу по геонаукам и геопаркам
поддерживает государство-члены ЮНЕСКО за вклад в Сендайскую рамочную программу действий по снижению риска бедствий, это Парижское соглашение по климату 2015 года и повестка дня ООН 2030. Свяжитесь с нами, чтобы стать частью всемирной сети научных исследований и создания потенциала в области наук о Земле.